Наше со Щукой совместное предприятие по изготовлению самодельных слагов дало результаты. И вот такой отличный зимний трофейчик подарил очередной слаг, изготовленный Щукой и мной. Итак, как же сделать быстро из виброхвоста слаг? Слаг нам нужен для ловли неактивной щуки зимой, например. Вот. Поэтому мы берем виброхвост, в данном случае Easy Shiner от Kitage, кидаем его. И все. Остальное все щука сделает сама. Еще немножко, и слаг будет готов. Процесс уже пошел. Ух ты, да что ж она сходит? Второй раз уже, но вот самый простой способ изготовления слага. Минута и все готово. Что? Что ж она такая активная-то? Ух. Ну слушайте, ну это пушка, а не щука. О, Господи. Это пушка. Пушечная щука. Она стрекача такого. Итогом сегодняшней рыбалки стали бывшие виброхвосты от Kitage.
Итак, щука нам сделала прекрасную заготовку очередную. Вот он, будущий слаг. Берем. Аккуратно подрезаем. Собственно, вот и все. Вот такая штука, пачка китэч слагов. 500 рублей сейчас стоит, если что. Точно таких же. Не выбрасывайте приманки с откусанными хвостами. И будет вам счастье. Неплохая. А на меня пошла. Да ты смотри, что вытворил. Вот она. Хорошенькая. Для зимы это самое то. Ой, хорошая. Хорошая. Больше, чем кило. Ой, какая хорошая щучка для такого мороза. Для разгара зимы. Граппе. Изи Шайнер. О! Да ты смотри. Опа-на. Малышка. Ну приятно. Зима есть зима.